Вообще работать. Хорошо, я так же сделал. Было удобно. В какой-то век я сегодня пью чай. Копируем линии. Так, just in case. Everything is better today. No lagging. Great. That's great. Okie dokie. Thank you.
прошлый раз решила добавить тематическую музыку. Для атмосферы. Вставляем подальше ногу, чтобы сделать этот эффект ходьбы. Чай тем временем превратился в чефир, тем же лучше. I'm a little bit sleepy today. Ау! Случайно запекил цвет, который не надо было запекивать. Так, рубашка будет белая. Естественно, level 2 vest будет черным. Это очевидно. Что, пока что я разбираюсь по пятнам. Что должно быть каким? Пока что у меня несколько плоский. Думка, привет. Ну что, как проходит твой ДР? Много уже получил поздравлений. А, ну да, патч убрали. Теперь одежды не будет, точнее.
не патч убрали, а одежду убрали. Там еще что-то с кругами поменяли. Круги теперь разные. Хорошо. Патч пришел, обновился. Они изменили, сделали, внесли изменения в зоны синие, скорость там и прочее. И убрали весь шмот, который падает просто как лут. Теперь только важный лут. Никаких плащей и прочего. Да, но насколько я поняла по нотам всяким, то они не будут заменять вместо одежды класть, а просто уберут лут, убрали точнее лут одежды не взамен, а просто как-то additional лут. Все остальное останется по-прежнему. Да, это странная история, Ферос. Возможно, там забаговалось все с этими луты изменениями. Немножечко. Ну да, и круги.
он не будет таким красным. Это так просто база. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну да, да, да. А, это хорошая хрень. Что лут стал более конкретным, без всяких там яких. Поступить немножко по обратному и начать с лица написать. Это не исключение. В прошлый раз я к лицу поздно подошла. Ну тогда идея, кого рисовать, была тоже довольно не ранняя. Я сегодня еще не играла. Пупка. Была какой-то мягкая.
здесь как гораздо больше, чем беседу. Что выглядит очень верно, потому что я начала с основы, закрасила все сначала подслойно. С таким подходом все всегда выглядит сначала экстраверт. Thank you.
Тени. Тени морозни. Какая прелесть, что сегодня не тормозит, даже с музыкой. Сейчас будет как вчера. Просто замечательно. Просто. Ой, я сейчас забыла пить. Чай пить лучше не забывать. Ой, кефир. Вот, раньше, если когда какие-нибудь обычные.
красками рисуешь, не в диджитале, и пьешь параллельно что-нибудь типа чая, то все. Ты обязательно хотя бы один раз попытаешься это выпить, воду, с которой ты размешиваешь кисти, вместо кружки чая. Просто классика. У меня еще не было. Первый экспириенс на Glock Lightning. Ищет. Да, это даже не моя идея. Я просто делала все, что просили мои вьюверы добавить. Всего лишь навсего. Не уверена, что он еще придет. Не так уж много желающих смотреть, как сохнет краска. Многочисленное количество раз. Как мои любимые наркоманы. Держиваются в моих стримах. По поводу неизвестным причин. Глупо неизвестным причин. Лост. Слоться зло. Какие деньги теряются? Точнее, боцы. Боцы теряются. Какие деньги?
упакована. Это было рискованно. Супер Алын. Рик Эсли Стримс. Hello. Ой. Hello. Чуть-чуть портретик попишу и потом переключусь на аутфит. Ну, пока с лицом. Пока лицо оставим. Браш. Thank you.
けれども、получается какая-то, скажем, серия портретов. Возможно, будет еще третий. Ну, это не точно. Но это не точно.
Нет, это не папа. Это некий Чокотака. Вообще стример известный. Решила продолжить серию. Я закончила один и начала другого стрима. Думка, я рисую Чокотака. Духи, между прочим, сегодня день рождения. Давайте не будем убежать. Поздравим. С днём, как говорится, ДР. Поздравляю тебя с этим, Думка. Это замечательно, быть отпускным. Деньги это надо. Надо бы забрать. Какой же отпуск без денег-то? No.
пригодятся в хозяйстве. Какой отпуск? В чем бы? Вся моя жизнь один сплошной отпуск. Так, ничем не занимаюсь. По рисунке какие-то рисую. Но если быть серьезным, то в следующем месяце, точнее, в конце следующего месяца ко мне в гости приезжает сестра. И, скорее всего, это будет мой глобальный личный отпуск, потому что вряд ли я смогу заниматься какими-то проектами, пока она здесь. Ходить на пляже, геймить, стримить и все такое. Спать, спать всем нравится. Спать нравится всем. Всем нравится спать. Прицел вообще-то надо его наметить, чтобы не тупить. Прицел так себе знак типа того, пока что так. Калит ноги. Ну, давай я попробую. Почему нет? Мы открыты новым экспериментом. Так, сначала его. Так, да. Why not? Давайте посмотрим. Что ж такое? Ползают всякие. Да что ж такое? Муравьи. Чего ползать по мне? Так. Сейчас мне надо сначала замаскать. So, what do you think?
Сол. Такие будем ноги оставлять. Или такие. Сейчас мне нравится здесь вот эта линия, которая строится от ноги к карнотиту, если честно. Здесь такое противодуга идет, то есть более, скажем так, живая линия идет вот такая. Да что ж такое? Вот это вот, мне вот эта фигня нравится. Когда на той, на второй. Второй он просто прямой, он просто вот так вот такой и все. Как лучше? Думаешь, так лучше? Да что ж так, ладно тогда. Если вам так больше нравится, то оставлю эту версию. Скопирую. Да, пистолет надо со сковороды поменять местами теперь. Давайте я сначала скопирую исходники. Прячу их, теперь объединю и буду, менять. Она была слева просто, мы ноги же поменяли. Другая версия, не эта. I'm confused. Где ноги лучше? Окей. Фу. Я ничего не поворачивала у тех, я только у этих поворачивала. Эти я не поворачивала. Окей. Ладно, так удалю я тогда layer mask, возьму, не меняем. А, что я сделала? Мне нужно было просто выделить через layer mask. Но... Так, сначала я скопирую. Так, вот сделаем.
прежде чем поворачивать, я вот что сделаю. Где-то здесь у нас идет затылок. Почему мне кажется, что он так наоборот неустойчив. Ничего не понимаю, мне, наверное, глаза, наверное, сломаны. Whatever. Так. Бывает иногда, особенно когда глаз долго смотрит на работу. Так, вот это было нехорошо. Photoshop, не делай так, please. Так, перерисуем обратно, чтобы не спутать. С какой стороны? Кармашек крутится с одной стороны. Выкрывай версии.
снизу тут своеобразные кармашки. Вообще, нужно еще более тут спасибо за репу. Так, сейчас приду.
Но сначала я все-таки верну ноги на прежнюю позицию. Я свежим взглядом посмотрела. И это не должно быть так. Все-таки не должно быть так. Чуть-чуть. Хотя бы капелюсечку. Он сейчас не совсем правильно идет. Вот так. Уже лучше. Так. Корпус. Хорошая идея. Сейчас попробуем это обмозговать. Получается. Так вот. Тик. И получается здесь идет немножко вот сюда. Если немножко сюда все повернуто. Здесь получается, да, идет, смотрит не в эту сторону, а в ту. Сейчас попробуем это сделать. Так. Сейчас попробуем. Why not? Так, я сейчас вот эту версию скопирую. Возможно. Сейчас посмотрим. Хорошо.
Не спасем его. Возможно. Так. Секунду, мне сначала надо это перекроить эту руку на другой слой. Вот там замазкаем, чтобы проще смотреть. What's going on? Use like. Ну да, тут более раскованнее получается поза. Немножко плечо, правда, чуть-чуть более плоское такой позиции. Не так сильно, по-моему, должно упирать теперь. Так вот. Окей. Сойдет. Так, теперь я делаю так. Сохраняю раздельные версии, прячу их в папку, это все тоже прячу в папку, папку обезглажу, а теперь я все на принт объединяю, чтобы мне удобнее работать с объединенной версией. Ну да, да, вот так вот мы работаем. Теперь мы все будем собирать опять. Это правильно. Сейчас более живая, не такая прямоугольная поза. Это хорошо. Нет, выбрать как-то.
А, Тангафоб даже играть не будет, он не любит Клэш, если ты про это. Тем более у Тангафоба уже три моих портрета моего авторства. Куда еще? О, прицел тоже надо повернуть. Нормально. Мы никому не скажем. Ты можешь шутить в Клэш как хочешь. Только не перебарщивать шутками про Кохорк и про Кок 2. Точнее, про Кок 2. Я первое слово зря сказала. Ну и пореже употреблять известные ники, таких как Тангафоб, Харди Стайл, Anyone Else. О, возможно, даже Карнатиит полностью войдет. Такой позиции. Заторненько он идет. С преподанным там настроением. Don't worry, dude. I just wanna take your level 3 helmet. It's okay. Stay still, please, for me. It will be quick. Не люблю, когда много шуток, которые просто сделаны, чтобы получить много оплотов, а не просто потому, что смешно должно быть. Это читерство в Клэше. Так, что-то не сходится. Ну, я полагаю, шея пока не сходится с лицом. Сейчас, подожди, мне надо понять, как это исправить.
gracias. Он момент. Я сейчас попробую, подожди. Я, кажется, поняла, о чем. Во-первых, у нас получается сама шея получается немножечко поворачивается. То есть она у нас идет не так. А с поворотом шеи, возможно. Возможно, все. Сейчас как это исправить. Попробуем просто подвигать сначала. По-моему, стало немножко лучше, нет? Еще таких путей. Вообще здесь рубашки больше будет воротник занимать место, чем с таким разворотом корпуса. Thank you.
сначала надо выиграть. Потом уже решать, что именно будет это. Я думаю. Чё, делить шкур убитого медведя? Позитивное визуализирование. Ну, позитивное визуализированное, наверное, это личный настрой, а не мечтание о результате. О поощрении за результат даже. Потому что, по идее, да, цель должна быть каким-то результатом действия, то есть, или даже действия, а не ту вкусняшку, которую ты за это действие получишь. Если грамотно подходить к своим визуализациям, нужно визуализировать не совсем так, как это делают многие. Медведь не убитый шкуры, да? Спасибо. Ну да, мне сейчас больше нравится с разворотом немножко корпуса. То есть он сейчас чуть-чуть отстранился. А, глаза или фьюза? Прикольно. Why not? Why not? Мне даже нравится делать стилизованные портреты под что-то. Какие-то такие интересные образы. Это весело. Это весело. Ну, каску можно снять. Каску можно держать в руке. Можно обыграть все. Anything. Anything. Я вообще хоть сохраняла? Спина просто отваливается. Все говорит о том, что я опять не так сижу. Неправильно сижу. Профессиональный недуг. Удобно рисовать, когда я сижу правильно. Сейчас пытаюсь. Я пытаюсь. Вот в данный момент я пытаюсь сидеть адекватно. Тупо под спину. Секунду. Вот старость, да? Подушки уже подкладываем. Секунду. Так, я даже, наверное, пироги включу. Привет, Анкофоб. Я сейчас. Все еще здесь. Будь. Сиди.
Никуда не уходи. Прощелкнулась. Они прекрасны. Почему? Это не пришло мне сразу. Ну, вообще, это мне и не приходило. Это приходило не Ферасу, в голову. О, прелесть. Все, я больше не буду убирать подушки с моего стула. Я буду сидеть с подушками теперь всегда. Forever. Череп не трогай. Да, мне тоже все время, я все время вижу ворону. Возможно, просто проблемы со зрением. Назад, чтобы с жилеткой еще повозиться. Если я ее буду неправильно в свапе рисовать, то я перепутаю все. Там она не совсем симметричная. Потом свап на обратно. Ты за нее засубскрайбился, значит, частично твоя. В какой-то степени. Она же не дефолтовая. А, я же хотела туда наушники провести, но какой-нибудь такой белый провод. Нет. Чего не будет? Отвалите от меня. Что за муравьи пошли? День, танкофоб. Что сегодня такого могло произойти в твоей жизни? Засадился ради бунта. А чё бунтовать-то? Ничего же не произошло, что подвело бы тебя к этому решению. Тебе нравится процесс, я знаю. Тебе просто нравится процесс. Которого у тебя огонь изжога.
немножко, немножко постеснить, что, потому что это повернут корпус немножко, значит, кармашек не совсем фронтально. Больше спейса для поворота. Вообще здесь, наверное, даже будет просто по боковине его видно. Грусти, Думка. Всякое может быть. Вот у меня всегда с датами большие проблемы. Я с некоторыми людьми дружу очень долго, и все равно мне приходится заглядывать в аккаунты их контактов, чтобы ВКонтакте, чтобы уточнить, не ошиблась ли я с датой дня рождения. Невозможно. А когда доходит дело до, допустим, родственников, я иногда уточняю дату мамы. Допустим, некоторых из близких я все никак не могу запомнить цифры. Сложно. Всякое бывает. У некоторых просто плохая память по цифрам. Свой бы еще не забыть. This is that once in a lifetime. Скоро, да, буквально на днях. Срок, он, наверное, вообще скажет, а кто это такой? Кто это вообще? Не знаю такого. Скоро вернусь. Пошел готовиться. Давай. За бандура только что у меня перед лицом пролетела. Ничего не забывает. Окей. Okay.
What do you love most about Samantha? Oh, God. She's so many things. I guess that's what I love most about her. You know, she isn't just one thing. She's so much larger than that. Пук-то подбодрит. Все как. Ох уж он-то подбодрит. Ну, а не покажется. Это все треки атаковские. Я их специально сегодня включила. Тематически. Спешили. Все атака треки. Это ремикс на маршрутку. Нет, даже это есть оригинальная песенка в моем листе. Были.
Я даже помню эту песню из всего стрима. Были-были. И даже тот рэпчик, который был до этого. Ремикс очередной. Просто они не часто попадаются, эти мелодии. Там в основном большинство песенок без слов в этом плейлисте. Просто их мало, вот этих со словами. Периодически попадаются, но не так часто. Тем более он музыку включает там, что, 5 секунд перед следующим матчем, а потом 5 вырубает. Поэтому кажется, как будто там не было совсем их. Ну. Да, точно. Не сразу доперла, о чем идет речь. Окей. Скажем так, атака посложнее будет, чем предыдущий. Портрет. Больше деталей. Сложнее поза. Та проза вроде как тоже нелегкая, но она, скажем так, легко достижимая, что ли. Это в этой очень много нюансов, когда фигура может казаться просто off. Идущих людей не так легко рисовать. Как вообще-то не совсем правда насчет того, что она ворована, потому что в качестве референса на ту позу у меня был только торс, чуть-чуть средняя часть рук, ноги и верхняя часть тела, включая голову, она взята из головы в основном. Я бы не сказала, что она ворована. Я взяла, позаимствовала только момент доставания оружия. Это все. А почему можно купить на 400 рублей? Много чего. Интересно и интересно. Серьезно, сейчас покажу. Так, выключу. Переверну. Так вот. Я взяла только, считай, вот этот кусочек у меня был в качестве референса.
Все остальное придумано. Из позы. Это тоже будет сделать контрастным. Сейчас не очень контрастным. Да, у меня не было референсов на ноги вообще. Ну, то есть, кроме одежды, но одежда была в другой позе. Я их, собственно, придумала. Никаких этих. Полностью срисованный поз у меня не было в той карте фигуре тоже. То, что мне нужно было думать. Стрелочка. То есть Far Cry у тебя уже весь заспойлерен. Не верь ей. Музыка лжет. И это воображаемая тумбочка. У кого сейчас вообще тумбочки? Просто чилаут стрим. Что? Не чилаут? Хотите сказать, что все интенс? Я расстроена. Как же так? Покраживает чего-то в эпоху Стима. Soy Playboy. Hello. How are you? There is no song request today. It's just my music. Not mine. It's Chakataka's music today. Sorry. Не в ту сторону складка, надо наоборот сделать. Освещение-то с этой стороны. Даже на тех, на то, что неправильно. Да ну его.
у всех, наверное, отличается. Да ну его, что заморачиваться, проще купить. Ну что ж, да ну его и Денуво звучит очень фамильяр. И означает примерно то же самое. Не такое уж мисс прочтение. Лол. Лол. Такое вообще возможно? Такое вообще может быть? Не растерялся кто-то. В голову идеи у кого-то. Дюк Джейсон, hello. How are you? Песенок должна быть одна задорненькая. Она еще не играла. Но может быть еще будет. Что думаете, ребят? Коричневые туфли или черные? Сейчас покажу. Вот такие? Или вот такие? Which one? Black or red? Черные. Ну, опять шуточки. А,
коричневый цвет карнотейка. Good point. Можно ремень тоже сделать коричневым, будет, да, согласна. Все, Дунка, увы. Я так намечу, что будет тоже коричневым. Возможно, даже кобуру можно будет тоже коричневым сделать. Да, найс. Да. Вот. Тогда сделаем коричневый. Немножко более такой цвет. Более коричневый. Все еще второй еще на небольшой кейс.
Минут через 15 вернуть. Пошел смотреть. Понятно. Дороги. Неудобно идут. Ну, да, тайм-зона у меня такая неудобная. Ты не представляешь, как мне неудобно с моей тайм-зоной. Не только моим вьюверам. Не только вьюверам. Я даже еще больше от нее страдаю, чем все остальные задействованные лица вместе взятые. Все самое веселое идет ночью, глубокой, всегда и везде, всегда и везде. Планируешь наладить стримы в пятницу в 9 утра?
у тебя в 9 утра никаких лент не будет. Занятно. Всякое бывает. Да, рановато. Даже по моему часовому поясу. Скорее всего, у меня будут другие дела в это время. Гонсыч, привет. Нет, он счастлив, что собирается убить. Он буквально увидел чувака с хорошим лутом, и вот он идет его убивать. Счастливый от того, что он нашел его. Вот он ты. Ну давай. Готовься к смерти, смертный. Да-да-да, exactly. Он относится к тем игрокам, которые рассматривают других игроков как потенциальный лут. И если он находит, что потенциальный лут достаточно хорош, то он радуется, что ему досталась возможность убить носителя потенциального хорошего лута. Так-то я просто попыталась отобразить персоналити данного стримера, то есть он всегда такой easygoing. Никогда не относится серьезно к своим там поражениям, вообще к игре конкретно. Поэтому он у меня такой смеющийся. Да, курьеры. Для него полсевера курьеры. Отрубил стрим. Я же не игровой стример. Нашу женщину. Боже. Нет. Какое страшное слово, у меня аж пробрало. Не идентифицирую себя с этим страшным словом. Здесь так уходит, а здесь.
если он так не уходит, там это просто курок. Такой. Бум-бум-бум. Да. Просто тут пряменько. Да. Где-то примерно, да, примерно здесь вот эта штучка над курком, она чуть-чуть перед ним идет выемка. Зачем? Такой вопрос тоже ставит в тупик. В смысле, зачем? Успокоиться, расслабиться. Получать от игры удовольствие, в кавычках. О чем ты, в каком смысле, зачем? Чилаута. КС, он же такой камерный. Хотя, да, судя по тому, что тебе нравится и Rainbow Six тоже, то есть тебе больше нравятся такие камерные шутеры. Более закрытого формата карты. Глобал. Анализ предпочтений Панкопоба в прямом эфире. А, осада уже не нравится. Окей. Окей. Ну, какое-то время же нравилось. Не носишь. Видимо, переел. Набил оскомину. Переиграл.
Я думала, когда не во что играть, ты учебой занимаешься. Теряешься? Слишком много, большие пространства? С непривычки. От привычки к тесным пространствам. У тебя агорафобия. Я знаю. Точно. Все подходит. Где-то не знал, как кисти. Многим нравится арма. Сейчас послышу в этой игре. Грустная песня. Я не знаю, что такое. Я не играла в армию. О чем с тобой можно говорить тогда, да? Представляю тебя в Barbie Fashion на хардкоре.
Какой странный трек. Странно. Все это как-то странно. Это уже знакомо.
гринчин, конечно, мягко говоря. Отсюда. Понятно. Cool. Я только рада. Когда еще такое количество увидишь при жизни. Ну, только глад. Не знаю, наверное. Возможно, я подозреваю, что есть какая-то доля правды в этой догадке. С возвращением домой, танкофоб. Не забудь должным образом покушать. Это очень важно. Но... я уже начинаю потихонечку потребляться. Народ даже, наверное, не подозревает, сидящий сейчас на стриме, чем будет являться этот круг на заднем плане, кроме, скорее всего, Инфероса. Всем остальным будет сложно догадаться, что это за круг. И круг ли это? Догадки. Довка кривая. Я потом в офлайне ее поправлю. Сейчас не буду заморачиваться. Выпрямить ее не будет слишком прям сложно. Но не хочу это делать в эфире. Я знаю, почему она кривая. Потому что я очень много двигала руки, много двигала торс, и в конце концов она разбилась на части и вылетела. Прямо буква S. Я ее исправлю. I promise. Но не сейчас, не в эфире. Я потом в офлайне завтра ее доведу днем перед стримом. Полностью просматривать построение. С чем тебе это знать?
Что такое тангофоб? Тайна раскроется, когда я начну рисовать его. Там уже будет видно, что это. Хочешь спать от этого не стану. Грубо говоря, когда я буду уже заканчивать с портретом, тайна заднего круга раскроется. Зачем ты раскрыл ее? Я хотела продержать интригу. Нет, это не баня для Инфераса. Graceful Jimby, thank you for hosting. It's nice. Hi, how are you? Он бы не поверил, но ты все сломала. А, я всегда все сломаю. Вот так уж происходит. Facebook Jimby, hi! What's up? Yeah, long time. Great, thank you. Hope you do now better already. Тангофоб заинтригован. Да, тангофоб. Это будет большая вафля. Thank you, Graceful Jimby. Thank you a lot. Much appreciated. Thank you.
No, stop. Drawing this one. Sì. Set. To hear it. Нет, Кафоп, это не Инферос, это известный, это другой стример, довольно известный в нынешнее время уже, потихонечку становится известным. Я думаю, на этой прекрасной ноте я собираюсь закругляться и прощаться с вами до завтра. Goodbye, heart. Thank you all. For being here. Okay? Так, скорее всего, я буду стримить завтра. Работать буду с той же, с тем же портретом. Дорабатывать. Уже, возможно, с выпрямленным карнадейтом. Так что, до следующей встречи. Всем пока, хорошего вечера или дня. Have a good day.